Приветствую всех, друзья! На связи с вами Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz. И в данном обзоре я бы хотел разобрать и протестировать методику вот такого вот сайта, который обещает нам заработок от 3300 рублей в день с помощью популярной соцсети Instagram. Автором является вот такой вот некий Алексей Пухов. Так. Судя по номеру, Алексей проживает в Казахстане, если я не ошибаюсь, 3 семерки – это казахстанские номера. Ну, вот, в общем, так как-то выглядит его сайт. В целом, видео презентации в данной рассказано, ну, довольно-таки здравая система заработка. Ну, то есть, это не какие-то чудеса, на самом деле. Многие люди зарабатывают при помощи CPA-сетей хорошие деньги в связке с Инстаграмом, но для того, чтобы прояснить, что именно, чему именно, точнее, будет обучать нас этот автор, давайте закажем эту систему за 970 рублей, кликаем. Попадаем мы на форму оплаты от сервиса Globart.ru. Продавцом здесь является Алексей Пухов. К оплате с нас требуют 970 рублей. Сейчас, в общем, чтобы зря не отнимать ваше время, я приостановлю запись этого ролика на паузу, произведу, оформлю, точнее, оплачу заказ вот этой вот системы Instamoney, которая обещает нам заработок от 3300 рублей в день. И далее, после того, как получу эту методику, продолжу вместе с вами запись этого ролика, чтобы вы смогли своими глазами увидеть, что именно из себя представляет данный материал. Итак, мы успешно оплатили данный курс Instamoney. Нас перекинуло на облако Mail.ru, где вот предоставили сам курс для скачивания. Так, отменим. Я его уже скачал. Представляет он из себя вот такой вот текстовый документ. Точнее, в самом архиве вам дают вот такой вот бонус. От... Так, сейчас я уже забыл название этой фирмы. От цепа Spider, короче, пошаговое руководство, которое явно не принадлежит данному автору, дается здесь почему-то бонусом, то есть уже сразу же он нарушает авторские права. Да, вот дается набор программ, но все эти программы, они предназначены для регистрации почт, для массовой регистрации Instagram-аккаунтов, но никак не для раскрутки. Прокси также предоставляются разнообразные. Ну, здесь можете поверить, 80% это просто общие прокси, которые вряд ли будут работать когда-либо. Ну и теперь основной вот этот вот обучающий файл, PDF-файл, который рассказывает нам о заработке. Обучающим его, собственно, назвать можно с натяжкой, потому что он состоит всего лишь из 13 страниц просто поверхностной информации. Очень подробно рассказывается, как нам можно понасоздавать аккаунтов, но дальше начинается следующее. То есть для качественной работы, вот, допустим, нам нужно использовать, если вы хотите быстрее, вот, сервис OnlyPult. Дает он 7 дней бесплатно, далее нужно приобретать аккаунт. SMM-планер также 7 дней дает бесплатно, далее нужно приобретать аккаунт. Далее, что касается самих партнерок, здесь на примере одной только из них показано, как подключаться к офферам, каким именно офферам подключаться, по какому принципу подключаться, каким лучше подключаться, каким не стоит подключаться и так далее. Это все не описывается, ну то есть вот буквально в нескольких словах рассказано, как работать с партнерскими сайтами. Хотя это основной упор, наверное, делается на работу с CPA. И в любом кейсе, когда вы его изучаете, там очень детально расписано, как это все делать. Ну, то есть вот явный человек, который первый раз в жизни видит партнерки, он с этим курсом работать попросту не сможет. Далее сокращалки. То же самое касается поиска потенциальной аудитории, то есть тех людей, которым будут интересны эти офферы. Это вообще отдельная песня, поскольку, по мнению автора, это все можно было вместить вот в два абзаца.
пояснение того, как искать потенциальную аудиторию. То есть, по сути, грубо говоря, вам ничего не дают. Вам не дают никакой методики, которая на самом деле приносит заработок, который вам здесь и сейчас поможет генерировать доход. Вам просто дают общие понятия, а дальше сами сидите и думайте, какую аудиторию вам искать, под какой оффер вам ее искать и так далее. Это, в общем, то же самое касается вот здесь вот. Вам дают бесплатный как бы сервис относительно. Максимум день вы с ним проработаете для поиска аудитории, которую вы даже и не знаете, как искать, как с этим сервисом работать. Вообще ни разу не показывается. Далее вам придется покупать по 100 рублей 100 тысяч баллов, ну то есть тратить свои деньги. Подписки, отписки и так далее, здесь то же самое идет. Вам нужно будет платить ежемесячную оплату 990 рублей через 7 дней. За 7 дней заработаете вы, не заработаете с данным курсом. Это вообще ни разу не факт. Потому что если вы новичок, вы априори обречены на провал. Если уже работаете с партнерками, продвигаете какие-то офферы через Инстаграм, данный обучающий мануал вам не даст никакой полезной информации, поскольку в нем то, что теория, просто голая теория, которая, по сути, не предоставляется здесь никакая стратегия или система заработка. Здесь просто идет поверхностное пояснение, дабы. В общем, вот как-то так. Урок всегда выдается, программы, да, какие-то выдаются. И вот этот вот бонус сам по себе, если уж говорить на чистоту, куда гораздо качественнее выполнен, никуда гораздо качественнее сделан, предоставляет более полезную информацию, нежели сам вот этот вот курс InstaMoney. В общем, на этом, я думаю, мы можем подвести итог. Так, перейдем обратно на этот сайт. Так, открываем. В общем-то, мы тестировать, как эта методика работает в реальном времени, по сути, не будем, потому что тестировать там и нечего. Для того, чтобы сказать, как она работает или не работает, нужно обладать. Точнее, не для того, чтобы сказать, что она работает или не работает. У меня она, например, будет работать, поскольку я уже как бы в этой теме работаю с теми или иными офферами, использую Инстаграм со своими навыками. И, например, если я буду использовать, по сути, можно сказать, я использую уже данную методику InstaMoney, она у меня замечательно работает, но я обладаю в этом очень серьезным опытом, очень серьезной базой. Будет ли она работать у какого-то другого человека, который только там, я не знаю, который не в этой теме и, более того, не зарабатывает в этой теме хорошие деньги, нет, она работать не будет, поскольку в данном курсе не дается никакой подробной вот информации для того, чтобы вы здесь и сейчас на своем счете через 24 часа увидели деньги. По сути, вы их попросту не увидите, потому что для того, чтобы их увидеть, нужно подробное руководство, четкое руководство к действию. Вот с каким оффером работать, с каким оффером не работать, этого нет. А каких людей направлять, каких людей не направлять, этого тоже нет в данном курсе. То есть, по сути, здесь дается голая теория о том, как можно заводить аккаунты на тех или иных сервисах, но, как вы сами, наверное, уже понимаете, прибыли как таковой это не несет. Поэтому я категорически никому не рекомендую связываться с вот этим вот сайтом InstaMoney и что-либо на нем оплачивать, поскольку вот этот вот полученный материал, он с вероятностью в 99,9% не предоставит, не принесет вам никакой пользы, поскольку все это гораздо серьезнее, нежели чем в обучении автора предоставляется. То есть гораздо серьезнее должна быть обучающая база для того, чтобы любой человек смог с этим разобраться. То есть, по сути, автор на своем сайте вводит всех людей в заблуждение, поскольку зарабатывать от 3300 рублей в день с его мануалом вы явно не начнете.
На этом данный обзор подошел к концу. Если он оказался для вас полезен, то тогда подписывайтесь на наш YouTube-канал. Также обязательно подписывайтесь на нашу новостную email-рассылку для того, чтобы получать подобные обзоры прямиком на ваш почтовый ящик. Ссылку на подписку вы сможете найти немного ниже данного ролика. А если вы реально хотите зарабатывать в интернете, то тогда я рекомендую вам ознакомиться с разделом проверенных методов для заработка на нашем блоге. Ссылку на данный раздел вы сможете найти также немного ниже данного ролика. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Владимир Медведев, проект Elite Infobiz, и до скорых встреч.